Минимальная зарплата сотрудников внебюджетной сферы Новосибирской области вырастет в этом году и составит 9390 рублей. Такие данные сегодня озвучили в правительстве региона. Губернатор, представители профсоюзов и работодателей подписали специальное соглашение. Кроме того, в 2016-м увеличат размер наименьшего оклада для граждан, занятых в сельском хозяйстве, до 6660 рублей. Стоит отметить, что эти цифры почти в полтора раза выше, чем в других регионах России. В рамках своей компетенции мы можем на региональном уровне регулировать этот показатель, обеспечивать его. И это очень важно. Наша задача – работать над повышением благосостояния, комфортности людей. А это, прежде всего, заработная плата.